Общественная палата всегда реагирует на жалобы крымчан. Люди неоднократно сетуют на большие очереди в медучреждениях. В последние годы все больше времени приходится проводить в коридорах, прежде чем пациент попадет к врачу на прием. Еще хуже ситуация с очередями на диагностические исследования МРТ, КТ и УЗИ. Аппаратура есть, но вот специалистов, которые умеют на ней работать, не хватает. На этом беды крымской медицины не заканчиваются. Нехватка узких специалистов на сегодняшний день составляет до 50-60%, причем речь идет и о центральных поликлинических больницах города Симферополя, а не только о сельских и районных больницах. Причем узких специалистов не хватает уже 2-2,5 года. Кроме этого, пациенты сетуют на ложную бесплатность медицинского обслуживания. За большинство процедур и препаратов, которые должны предоставляться больницами бесплатно, приходится платить, рассказывают пациенты. Врачи, разумеется, такие поборы отрицают, ссылаясь на желание больных пожертвовать деньги в фонд медучреждения. Проведена была колоссальная работа и нами, и прокуратурой, благодаря чему в настоящее время покупка лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на стационарном лечении, все-таки считается тяжелым преступлением. Чтобы решить проблему очередей, сегодня в Минздраве ведется серьезная работа по внедрению электронных карт пациентов. Разбираются и со случаями недобросовестных работников, которые предлагают заплатить за медуслуги. В общем, заседание закончилось на позитивной ноте. Минздрав заверил, будет работать круглые сутки, чтобы медицина стала еще качественней и доступней. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.